мужчина более или менее среднего возраста, совершенно обычный. Сталкивались ли вы с дискриминацией? Это были случаи, когда дискриминация была и по отношению ко мне в том числе. Я видел, как вот, происходит какая-то дискриминация по отношению к кому-то, да, это было. Почему люди редко проверяют ВИЧ-статус? Большинство, наверное, уверено в том, что к ним это не относится. Изменится ли ваше отношение, если вы узнаете, что у человека положительный ВИЧ-статус? Такая ситуация у меня в жизни была. Один из моих хороших знакомых ВИЧ-инфицирован. После того, как я это узнал, отношение мое никаким образом не изменилось. Мы также общаемся с той же частотой. Приятность общения у нас та же самая. То есть все происходит ровно таким же образом. Сможет ли человечество избавиться от предрассудков? Ну, по крайней мере, наверное, болезнь, мне кажется, она победит удастся пораньше, чем предрассудки. Вот. И тогда, да, тогда и каким-то и предрассудкам тоже придет конец, в том числе.